Сегодня в Коврове произошел взрыв бытового газа. ЧП случилось в 11:40 в доме 19 на улице Циолковского. По предварительной информации Управления по делам ГУЧС произошло повреждение газового резинового шланга, соединяющего газовую плиту с внутридомовым газопроводом. Утечка газа и стала причиной взрыва. Взрывной волной на кухне выбило стекла. Подъезд тут же наполнился едким дымом. Свидетелями ЧП стали соседи. Они-то и вызвали газовую службу, скорую помощь и спасателей. В квартире во время взрыва находился 85-летний мужчина. Даже ко мне стучат в дверь. Не звонок, а стучат. Ну почему стучит? Ведь надо же звонить. А она поняла, что дым. Она подумала, газ нельзя же. Не звонить, ничего а делать. Кто стучал? Женщина вот с этой третьего этажа. Она живет под ним. И она видела этот взрыв, пятиэтажный, как смотрите, там стекла, все валяется на той стороне. Я вызывала этот Горгаз. И первый улетел в эту. Думаю, не знаю, что там. Я первый улетел. Когда мы стучали, я первый к нему улетел. А вы в квартиру заходили? Ну, конечно. Разрушений нет там никаких? Потолок, сказали, весь расплавился. С ожогами второй степени лица и кистей рук пострадавшего доставили в больницу. На месте ЧП работают оперативные службы. Светлана Шестлих, Илья Кретов. Новости. Наш регион 33.